История повторяется. Учителя села Аккум Туркестанской области вынуждены ежедневно выходить с ноутбуками к ближайшей трассе, чтобы заполнить электронный журнал. Это единственное место в селе, где есть интернет-сигнал. Педагоги получают выговоры за то, что не могут оперативно открыть электронные письма от областного центра. В самой школе интернет есть, но трафика в 10 гигабайт в месяц хватает лишь на 3 дня. А скорость соединения очень слабая. По словам учителей, в таком режиме они работают уже более 2 лет. В Министерстве цифрового развития ситуацию прокомментировали. По данным ведомства, в рамках разрабатываемого нацпроекта «Доступный интернет» село Аккум к 2025 году планирует обеспечить широкополосным доступом к интернету посредством волоконно-оптической линии связи. В свою очередь, оператор сотовой связи готов обеспечить населенный пункт дополнительными устройствами при содействии местного акимата. Местный исполнительный орган должен рассмотреть возможность установки антенно-мачтового сооружения и подвод электроэнергии для установки базовой станции операторами связи. Данный вопрос прорабатывается местным исполнительным органом и операторами связи. Что касается интернета в школе, в настоящее время оператор связи Транстелеком предоставляет интернет со скоростью 10 мегабит в секунду в школе села Аккум. И оператор связи готов увеличить скорость интернета при запросе от школы. Ну а пока наши сельские учителя в поисках интернет-связи, Казахстан готов подключить к всемирной сети села Таджикистана. Сегодня стало известно о заключении соглашения по проведению пилотного проекта. Речь идет о подключении 10 сел Таджикистана через КАЗСАТ-3. В ведомстве уточнили, что министерство к данному проекту отношения не имеет. Его реализует частная компания.